Куда? Что, я туда? Все, я тоже. А по росту рожу тут. Это не больше. Я за тебя. Ну, это здесь. Груз противовирусных препаратов отмечен на карте. А тут мы типа цих агенты можем убивать, да? Ага, тут уже почищено все. Вот там что-то исследовать можно. А тут почти почищено все. Что-то исследовать можно. Нам надо несколько таких. Не, нам понизу надо делать. Вот тут нужно кушать есть. Макс, нам Николай, погнали. Ну то я хочу пошмонать, давайте. Ого, что такое? Чуваки уже все пролутали, пройшли. Ты бачишь, нема ничего. Я карту... Нашел тик. Ну все, я М открыл, уже все понял, залутано. Почти вся карта. Вот еще одна. Ну вот, да. Там есть еще? У лекарства. Ну еще одна. Да я иду. Як буде аптечка спасти, бо у мене лікарства зустріло. Чуваки. Ось тут аптечка до мене. Є лікарство, я взяв. Ого-го. Перезаряджай. Тут живи ще, покривай я. Не поняв, я умираю, Мак. Ми не минули там, я не знаю. Чого? Ой, у мене 2 минути. Зараз попробую лікарство просто. Не, нельзя. Ну, сейчас оно должно восстановиться. Невозможно подать сигнал эвакуации, нет ракетницы. Походу. На них гайки. Ты спал? И не. Я не могу уковать себя. Я тоже не могу. Вот все, лекарство я тут. А! Блин, я отсюда зайти. Блин. Секунду осталось. Вот у кого-то стены. Я не могу уколоться, прикинь. Я не могу. Не успели пасту. Тревога. Уровень инфицирования растет. А, ты сейчас сало станет. Мам. Панты. Развитие инфекции приостановлено. Улезли назад, не пальцы. Комната того. Я установил мою инфекцию. Все пищищено.
ящик. Ты забыл, что я уже. Осторожно, иди на кухонный норвы. Вон мой пик, типа. Да, сам. Лекарство есть, возьми. Бери. Взял. Ой, надо погреться. Погреться надо. Тебе погреться надо еще? Да. Взял. Взял. Так, погнали назад, вот. Нам надо взять эту технику, мы их возьмем на 3 часа. Внимание, вы вступаете на зараженную территорию. Вы покидаете зараженную зону. Да. Ну всё. Мы с тобой на фигу вот так продлеваем. На варку. Я близко. Ну, мы не хочу близко. Контр. Так, я за лекарством у сегодня. Тогда проклевай. Ну, как же понять, это шу-шу-шу-шу-шу. А я просто тут, ну, бегал периодически. Я не понял, как туда залезть-то. Бери он нам на карте далеко. Противовирусные препараты. Ну? А ну давай тут убили. Все сзади. Сильно на ВСУ, смотри, тут поняли. Угу. Так, я тормозю заражение. Внимание! Инфекция временно стабилизирована. Так, двигаемся на вот так вот, наш вопрос. Чего платить? У меня линза вообще. Ага. Линза якась. За ней, кажешь? Повтори. Кажу, линза якась, ну типа этот, типа исследовать щось. Ну нам надо туди бігти. А мені показує сюди бігти. Невозможно подати сигнал евакуації, нет ракетниці. Ракетниця надо. Нам надо на цей бігти. В убежище. Все, в убежище погнал ракетницу, смотри, там. Все, в убежище. Заходь.
пришел. По всем данным, эта зона безопасна. Кто там, этот станок? Ракетница, так, ракетницу я создал, пропа. Ракетница обнаружена. Ракетница, можно подать сигнал эвакуации. Угу. Так. Сейчас пушку надо создать. Попробовать. Ага, недостаточно ресурсов, ну бывает. Что, погнали? А сейчас, погоди. Пытаюсь оружие создать, нормальную пушку якусь. Деталь не хватает. Лица. Блин. О, сейчас пукалку создам. Уровень инфицирования растет. Так, я пукалку создал. Ну все, погнали дальше. Та, ну, о, погнали, мы без нормального оружия не выйдем с лица. Угу. Тобі оружие надо, я передаю все. У меня все отлично. Сейчас таки пощипаем. Так. Ще лутаємося чи пробуємо виїхати? Давай пробувати виїхати. Ну буде тяжко. Зараз на евакуацію треба хорошу попасти. А ти де? А що це маршрутна точка напарника? Пішли там якась маршрутна точка твоя, треба сходити. Яка? Ну не знаю, показує я напарник. О, не бачу. Випій. Mm-hmm.
Опачки. Тут замес был. Осторожно, когда дыма я вадил. Все, приходит. Почему вот такой замес был? Он же вниз понимает. Так, где мы? Это там. Это нам надо на варке заковаться хорошо. А ну подожди, вообще, как есть сейф. Ладно, пробуем. Я подожди, сейчас надо разделиться, где мы ховаться будем. А куча это, разделит. У нас еще кинь на кополька. До мене. Вылази сюда на верх. Так. Ось прямо. Ага, нифига, не получается. Тут. Пішли на евакуацію. У мене не хоче тут цей називати. У мене за куколика там десь. Приїзд на куколика? Так, да, я на нього йду. Я тут щось не визвати не можу. Обігріться на ночі. Парадіону, по-моєму, там є дехри. Ну що, готовся, буде тяжко. Сразу не лізь, бо не поняв, умно. Зараз охотники появляться. Умні боти? Вони, коротше, валяться офігенно, чуваки, як появляться. Їх буде двоє. Сразу відходимо назад, коня визивай і відходь назад. Чи я визиваю? Назад уходь. Відходь назад, я зараз визиваю і відходимо назад. Все, відходимо назад. Назад. Захожу на точку! Сейчас появится. Готовьтесь, мы уже садимся. Один минут. Они могут дышать. До взлета 30 секунд. Иди. Помал. Дикий степы. Вали, вали. Я возвращаюсь на базу. Ого, они больше. Не вылазь на ёлку. 15 секунд. Пошли просто. А, вообще. Там их двое. 30 секунд. 60 секунд. Вот тут, Толя, сзади тебя, сзади тебя. Вали его, вали, 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 вали. Воюй, тікай, тікай, Макс, тікай, вообще тікай звідси. Від нього тікай, ти не вб'єш його, тікай кудись. Не вживатись. Це аптечку, аптечку используй. І тікай, тікай, я дойду, дойду, оживиш мене, тікай, 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 і ще аптечку используй, і тікай звідси. Я доповзу, скільки зможу. Оя. Блін, їх двоє мене зарізали сокирами. Вони біля мене, поняв, сидять. От туди моя точка, там я. 60 секунд. Їду за тебе. Ну попробуй, ну вони двоє біля мене, мене сокирами зафігачили.
підкраться, подивись, чи вони там, може вони заникались. Ну, такий умний. Ну, я на тебе просто дивлюсь, поняв, на війну. За машиною, поняв. Пересядь. Вони за машиною сидять там, обоє. Да-да, обоє там. Макс, вони обоє там, прям біля мене. Мені треба евакуацію робити. Та я розумію, тобі евакуацію треба робити. А я бачу їх. Вони тебе просто не пропустять. А вертольот приземлився чи ні? 15 секунд. Це 15 секунд до евакуації чи? Все, ісчезли. Піднімай мене. А, ні, не ісчезли, воно він. А чого? Ну ти мене можеш підняти, поняв, якщо що, тільки хрен його знає, підійди до мене. Блін, треба здалеку їх розвалювати. Просто вкачаться, поняв, треба хорошо, ми поспішили сюди. Та ти не вб'єш, вони гнічаться, короче. Не знаю, можеш попробувати мене якось підняти. Габео. Ото он жесткий капец. Что, еще выживание? Не, я покажу там минус. Вечером выйду. Что, что ты покажешь? Я покажу, пока что я не буду. А, ну давай вечером свистишь. Еще выживание. Агент вышел из вашей группы. Ну як тобі виживання, прикольно? Прикольно. Тоді типу жорсткі. Там ще нормально, я тобі скажу, пройшли для першого разу. Ну, добро. Так, ладно, таки, да, вы вошли в безопасную зону.